Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем жить в мире Обливиона, проходить эту игру. В последней серии мы прибыли в город под названием Лиявин. Небольшой портовой город, в котором нам нужно убить ушедшего в отставку главу Следственного комитета имперского города, который расследовал дела Темного Братства. Но дело в том, что к нему не подобраться на расстоянии выстрела, он все время в броне. И кроме того, нас начало накрывать по нашей вампирской болезни, потому что давненько не питались, поэтому солнечный свет начал причинять боль. Поэтому нам в срочном, в спешном порядке пришлось найти парочку человек и выпить их. Ну, не досуха, мне не остались спать. Теперь будем думать, что же делать с этим охранником. Я, честно говоря, так и не придумал, поэтому, скорее всего, придется колхозным методом тупо нашпиговать его стрелами. У нас есть одна особенная стрела, которая предназначена для его нежной тушки. Но через броню она не пройдет, поэтому смысла в ней ноль. Так, а братишка у нас по-прежнему ночует в этой башне. И попасть туда... Ну, в принципе, попасть-то я туда могу, но... Но меня оттуда сразу выдворяет. И у меня уже было несколько предупреждений, чтобы я там не шарахался. Что-то это мне нравится. Ну, в принципе, режим на объект все-таки. Давайте попробуем. Насколько я знаю, в 6:30 он выходит. Меня никто не Мое видит. Мое дежурство закончилось. Еще никто не видит меня? День, еще один септимпт. Отлично. Это как было? То есть они меня вообще не увидели? Я думал, Сфелида мертв. Теперь могу вернуться в убежище за наградой. Но если я хочу получить премию, мне нужно выполнить еще одно задание. На пальце Фелида находится кольцо имперского легиона. Мне нужно взять его палец вместе с кольцом отрезать, то есть прийти в имперский город, зайти в кабинет преемника Фелида и положить палец с кольцом в его письменный стол. Ну, такой недвусмысленный намек, что, мол, не лезь, а то получишь то же самое. Так, ну народ как-то, я даже не знаю, не особо так истерит. Ну, хорошо, не знаю, давайте что ли зайдем за пальцем как-то, попробуем. Во имя любви Азуры, разве человек не имеет права на уединение? Ну, понятно, короче говоря. То есть, в целом, все прошло неплохо, единственная теперь проблема, это как забрать этот долбанный пальчик. Я думаю, нужно дождаться наступления дня, когда они... Кто пойдет спать, кто пойдет на дозор. Посмотрим. Вот сейчас уже можно выходить. Ну, в принципе, хоть так неплохо получилось, я думаю. То есть, получается, если не учитывать игровую условность, мы через щелочку в двери насандалили им эту стрелу прям в тулово. Так, ну что теперь? Глаз Ситиса. Так, сейчас эта парочка уйдет, и можно будет приступать. Один пошел наверх, а второй удивленно стоит и смотрит. Так, возможно, мне придется его глушануть тоже. Потому что иначе какой у нас выбор? Мы не пройдем мимо него. Извини, приятель. Судьба такая. Да, блин, тихо. Мне кажется, что моя стрела сейчас заденет за двери. Клянусь девятью богами нападения. Ну да. Не вариант. Слишком крутая броня. Так, ну как мне взять этот палец? Если я возьму прям при нем, то это тоже не особо хорошо, да? Не стоило тебе пока. Я ничтожен. Да, блин, что же делать? Может, его как-то отвлечь можно? Ох, так, хорошо. То есть со стрелы я его убить не могу. Ну, с ближним боем я вообще даже говорить не буду. Так,
Не то заклинание. Ну что, подождем тогда, что ли? Что нам остается-то? Блин, не могу ждать. Давайте тут подождем часик. Может, уйдет. Пару часиков. Я думаю, нормально будет до 10 утра. Так, сохранимся. Попробуем еще раз. Стоит иди собака. Отдохни. Хорошо. Перекусить бы сейчас. Какого хрена происходит вообще? А он, я так понимаю, вообще не уйдет отсюда, да? Так, ладно. По крайней мере, со скрытностью у меня проблем нет. Тебя? Граф интересуется орком по имени Мазога, что появилась в замке. Она утверждает, что она рыцарь. Да, так говорят. Добрый день. Прощай. Пусть земля тебе будет пухом. Так, ну что, он зашевелился? Или он по-прежнему стоит? А ты теперь у нас новая головная боль, поздравляю. Не, ну это тупо на самом деле. Ему что, пойти некуда, что ли? Он что там, у него жены нет дома, он так и будет стоять там. А теперь у меня еще и нет выхода, получается. Хорошо. Допустим. Интересное положение, надо отметить. Он стоит, смотрит прямо на него. Это точно охранник? Да, меня бить начали. Это телохранитель. Так, что же мне тогда делать? Давайте подождем. Он, похоже, вообще не уйдет, потому что это именно телохранитель, и у него не осталось цели в жизни. Капец, меня это начинает раздражать. Я скоро опять проголодаюсь. Блин, ну он же не робот, ему поспать нужно там, я не знаю. Часовой, иди там, дозор свой. Мне не нравится начало этой серии. Вот, молодец. О-о-о! Да что ж такое? Я уж подумал, он пошел куда-то. Блин, опять это ко мне идет. Короче говоря, у меня остается только один вариант. Я сейчас береги себя. По-быстрому так, так, опа-на, так спись на, схватаем палец, блин, розы Ситиса хватаем тоже. Где твой ключ? Ключ. Сколько ключей у тебя, ты посмотри. Бешено так зыркаем на всех безумным взглядом. Отрываем к чертям палец. Хватаем платиновую монетку. Бежим. Так, мне удалось отрезать палец от Мусофериды с кольцом. Мне нужно взять этот палец, прийти в имперский город, зайти в кабинет преемника Фелиды и положить палец с кольцом в его письменный стол. За это я получу дополнительную награду, однако я могу отказаться от этой награды и просто вернуться в убежище Качи. Бежим! Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Прячемся. Это было достаточно безумно, надо отметить. Вон он бежит, смотри. Какой упертый парень. Ой, твою мать, понятно. Короче говоря, не хочу еще одно убийство при свидетелях брать на себя в этом городе. Тем больше там еще стража бежит. Еще. А-а-а, моя попа. Поэтому надо валить из этого города. Ну, не могу сказать, что это задание было выполнено очень уж чисто. Но выполнили. Ой, так, куда я пришел? Ой, твою мать. Да, это я удачно зашел. Так. Сиродил. Все, уходим в Сиродил. Неудачно так-то, да? Отстань, постылый. Воду. Воду от него. Оп! Смотри какой. Блин, дождь еще пошел. Блин, это было нагло.
Никогда еще и так грязно я не выполнял свои... Так, грязикрабы. Отстал, нет? Вот с ними сражайся, да. Так, теперь мне нужно вообще вот сюда, по второму заданию. Нам нужно темного ящера-отступника убить. Для этого нам не помешала бы лошадь, конечно. Но, в принципе, я думаю, пешком доберемся. Вполне себе. Ой, твою, ну что ж ты лезете-то прямо на меня? Ну, хоть свининки получим. Так. Я подумал, ты убит уже. Стражник идет, смотри. Да что ж такое-то, блин, это какой-то кошмар. Это что? Главный урок на всю жизнь. Ни за что, блин, ни за что не связывайтесь со стражниками. Они умалишенные и будут гнать вас просто несколько километров, прежде чем им не надоест. Ушел, нет? Да вон же он идет. Да что ж такое? Хорошо, бежи. Уйди ты от меня. Короче, придется его убить, похоже. По крайней мере, без свидетелей. Уже неплохо. А то мы тут нашумим, я чувствую. Короче говоря, в этой серии у нас, по-моему, самое корявое выполнение было задание по сравнению с тем, что было в других заданиях Темного Братства. Это просто какой-то бардак. Но это что такое? Но, тем не менее, выполнили и выполнили, как говорится. Взятки гладкие. Хотя, конечно, довольно печально. Так, посмотри. Куда мы попали вообще? Дикие места какие-то, болотистые. Ушел, похоже. Или ушел. Не вижу. Да, это было непросто, но мы справились. По крайней мере, я ушел в невидимость, уже неплохо. Давайте потихоньку подлечиваться, двигаться уже по второму заданию. Потому что с первым у нас все было довольно печально, я не знаю, в этот город в следующий раз приду, мне просто начнут стучать, поэтому приду я сюда только после того, как разберусь с луком своим. То есть нужно его продать скупщику краденого, по новому у него купить. А иначе его у меня заберут при аресте. А я понимаю, что меня тут в тюрьму посадят. Ну или там изымут все краденое. Как бы там ни было, ничего хорошего нас тут не ждет. Так, а мы почти под... А, ой, блин, как далеко-то идти еще. Не время ж такое. 7 вечера. Ну, а там, как видели, вариантов-то особо не было. Да и время меня поджимало. Я теперь вампир. Мне нужно ценить свое время. Так, хорошо, тут что... Да, вроде вообще какая-то однообразная местность идет, но очень крутая. На горизонте вроде ничего не светится. Походка, конечно. Так, поблизости у нас... это кто-то стоит там, что ли? Полпути готово. Прям по курсу вроде как кто-то стоит, или это коренья опять. Не знаю, сейчас посмотрим. Мне это напоминает, как мы в первый раз встретились с соратниками. Тоже так же все через попу было.
в Скайриме, то есть не шли, не нашли их в Вайтране, а встретились в какой-то глуши вообще, и там они дрались с нами, они были бессмертны. Было настолько криво, что вообще... Так, хорошо, в эти форты не заходим. В них нам пока стучат, как правило, в 99% случаев. Что-то врагов не видать, да? Ни одного животного, знаешь, что такое? Странная земля какая-то. Мертвая, ничего не растет. Так, я подхожу. Вон там, похоже, в пещере какой-то. По крайней мере, не будет меня задалбывать этот товарищ из братства. И Ачива. Так, хорошо. Это мне пониже, скорее, надо, чем наверх. Не знаю, короче. Да, стволы тут, конечно, конкретные. Такой не обхватишь. Тихо. Да, вот и он, похоже. Цель наша вторая на сегодня. Да, арбинянец. Так, ну что? Перелет. Хвост со шрамом убит. Мне нужно вернуться в убежище темного братства в Чейдинхолле и отнести его сердце его Тейнаве. Вы поняли. Не его Тейнаве, а его сердце Тейнаве. Так, вроде как один. Я не знаю, я даже с ним разговаривать не хотел, ничего. Просто раз братья сказали убить, значит надо убить. Вроде как пока не подводили. Хорошо вошла. Так, берем его сердце. Ну и что, давайте направляться обратно в Чейдинхолл. Разберемся уже с этим квестом. Ну, могу сказать, это было непросто. То есть убийство этого капитана, оно, по сути, наверное, если целый день ждать и смотреть за его передвижениями. У меня есть сердце аргонианина. Мне же нужно вернуться в убежище темного братства в Чейдинхолле и передать его Тейнаве. Конечно. Короче говоря, возможно, если его распорядок дня изучить, если бы у меня было больше времени, я бы выяснил, когда именно он раздевается, кроме того, что он раздевается во время сна. Но, так как вы меня смотрите, времени у меня на это нет, поэтому пришлось поспешить. И так, в течение двух серий мы его убивали. Ну и в итоге вполне себе получилось. Конечно, нам при этом понавтыкали стрел в разные выступающие части тела, да подняли тревогу. Но именно контракт был выполнен безупречно. Как поживаешь? А, подожди. Так мне же... Не-не-не, мне нужно в имперский город, к его заму. Что-то я забыл. Так. Имперский город, зайти в кабинет преемника Фелиды и положить палец. Понятно. То есть ничего еще не закончилось. Мне нужно к тюрьме переместиться. Мы не закончили еще с этим квестом. Так, это не оно. Похоже, оно. Замок очень сложный.
Однако, я могу сюда попасть с помощью ключа Фелиды, возможно, который я взял. Да. Теперь, интересно, пригодится ли наш... Ой... Стой! Преступное отродье! Никто не смеет Так, грузимся. Как вы понимаете, терять лук мне совершенно не кажется разумным, поэтому ищем другие пути проникновения. Хотя нужно попробовать проникнуть ночью, потому что днем он там, я думаю, будет еще долго сидеть. Если попробовать отсюда, конечно, я не знаю. Отлично. Так, что мы делаем? Одна отмычка, офигеть. Где-то дальше по квесту вроде дадут бесконечную отмычку. Вообще, Glass Citizen, по идее, мне сейчас уже не сильно нужен, потому что я очень часто использую зрение охотника. Так, хорошо. Как мне быть? Со второго этажа я смогу зайти, потому что на первом что-то как-то. В казармы я тоже не думаю, что хорошая идея идти. Ну, давайте попробуем. В этой серии будет много загрузок, потому что сейчас это мне все грозит в первую очередь тем, что я потеряю свой великолепный лук. Конечно, маркер мне указывает другую сторону, но... Он спать, походу, вообще не пойдет. Стол именно вот этот, похоже. Блин. Короче, придется попариться с одной отмычкой. Это будет... Стой! Так, убивать его нельзя. Ладно, хоть в этой игре есть быстрая загрузка. Это, конечно, серьезно бьет по отыгрышу. Но что поделать в такие моменты. Я лучше этим пожертвую, чем луком. Может его убить? Блин, замок там непростой. С одной отмычкой. Скотина сидит, пьет. Может ночью прийти на самом деле? Я потому что не знаю, это мне кажется крайне сложно будет. Да, пока что это самое зубодробительно сложное задание за темное братство, но интересное. Хотя предыдущий мне больше понравился, этот дом с запертыми идиотиками. Тренировки. Так, время 12 утра. Давайте подождем. До вечера. Ну-ка, время 7. Вам снится прекрасное синее небо. А, это мы уже делали. Так, нам снова нужно попитаться, кстати говоря. Поэтому давайте подождем всю ночь. Днем. Солнце жжет нашу кожу. Так, ночь это наша среда обитания.
Сейчас, скорее всего, меня поймают, надо будет загрузиться. А? Нет, смотри, не сидит. Так, теперь по новой. Начинаем быстрое сохранение. И нужно париться. Это, я думаю, будет долго с одной отмычкой. Отлично, наконец-то. Так, сюда мы должны положить... давайте положим двемерскую булаву. Я уже не знаю, куда ее девать. Пусть возьму. Вот, может, блин, отстанут хоть от меня. Так, и теперь... где-то там палец. Хорошо. Мне удалось поместить палец Адамуса Фелиды в стол его преемника. Теперь можно получить у Ачивы мою награду, а также премию. Шо. Наконец-то можно переместиться отсюда. Не самое, могу сказать, интересное задание. Слишком какое-то замудренное, учитывая уровень персонажей, которым приходится противостоять. Они просто тупо замечают нас, и мы их не можем с одного удара, там, с двух убить. Короче, наследили, но ладно, чё уж. Опять солнце жжет. Надо быстрее прятаться в свое убежище. Кстати, не просите, я не буду пока лечиться от вампиризма. Это, по-моему, прикольно. Накладывать свои ограничения. Так, хорошо, это было непросто, но мы это сделали. Прошу прощения, брат. Так, а чего ты тут? Почему нам маркер сюда показывает? Она обычно сюда не ходит. Так. А, это мы сейчас насчет этого твоё змея. Присутствие чисто, а нет, Ачива. Меня. Ну, давай. Адамус Филида мертв. Я почувствовала, как мое сердце наполняется любовью Матери Ночи в тот самый момент, как эта имперская свинья испустила дух. Темному братству оказана огромная услуга, ассасин. Награда заслужена. К тому же тебе удалось оставить отрезанный палец Филиды как предупреждение для его преемника. Отлично! Тебе причитается премия. 500 золотых. Теперь иди, отдохни. Ситис знает, твой отдых заслужен. Следующий контракт уже ждет тебя, только скажи. Ну да. Если бы его преемник видел, как это все криво было сделано, он бы так не боялся, я думаю. Ну, ладно. Что сделано, то сделано. Давайте теперь похвастаемся насчет темного ящера. Это и Нави. Это и Нава у нас, похоже, спит, что ли? Или нет? Вот он. Да, это сердце Аргнянина, я вижу это. Хвост со шрамом убит. Отлично! Пожалуйста, возьми эти сапоги в качестве вознаграждения за твои услуги. Их называют сапоги кровавых уз. На них наложены очень мощные чары. Я уверен, ты найдешь их очень полезными. Это все хорошо, но, конечно, я практически полностью уверен, что я не смогу их носить вместе со своей броней темного братства. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Ну-ка, покажи. Так, капюшон, кстати, давно уже пора одеть. Легкие доспехи. Повышение акробатика 5 на себя, клинки 5 на себя. Неплохо. Ну да, носить я их не могу. Круто. Полезная вещь. Полезно. Так, ну что, пойдем к Ачиве. Хотя, знаете, давайте мы на этом завершим, наверное, эту серию, а в следующей уже... посмотрим, что она нам еще припасла. Новые задания. Могу сказать, в этой серии практически все у нас пошло по плану, но, конечно, выполнено было не настолько филигранно, как мы хотели и как это у нас принято в предыдущих сериях. Но, тем не менее, выполнили. Задание было, наверное, самое непростое вообще из всех, что я выполнял подобных и в Скайриме, и в Обливионе. Так что ничего, простительно. В следующей серии надо взять новое задание, после этого зайти к кому-нибудь домой из местных жителей
и попитаться, потому что у нас опять голодуха начинается вампирская. Но как бы там ни было, увидим это мы все в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.